Марс – это четвертая от Солнца планета, представляющая собой яркую красно-оранжевую массу, отмеченную глубокими впадинами и огромными горными вершинами. Это планета цвета ржавчины, два ее полюса покрывают ярко-белые шапки льда, а еще два крошечных, уединенных, странной формы объекта сопутствуют ей. Марс – последняя из четырех планет земной группы в Солнечной системе. По размеру она почти в два раза меньше Земли, к тому же не такая плотная. Свой красно-оранжевый оттенок она приобрела благодаря огромным залежам оксида железа, чаще называемого ржавчиной. В зону притяжения Марса входят два очень маленьких спутника — Фобос и Деймос. Их обнаружил в 1877 году Асаф Холл. Эти спутники-малютки больше похожи на астероиды, и большинство астрономов считают, что они вполне могли бы стать астероидами, если бы не притяжение Марса. Оба спутника вращаются в непосредственной близости от планеты. По правде говоря, Фобос настолько близок от Марса, что его траектория вращения постепенно сходит на нет. Он год от года приближается к планете и вполне возможно однажды столкнется с ее поверхностью. Так как ученые считают, что когда-то на Марсе была вода, можно предположить, что когда-то здесь существовали живые организмы. Недавние исследования, проведенные на Красной планете, подтвердили, что в прошлом водные потоки протекали по ней. Также предполагается, что давным-давно атмосфера на Марсе была намного плотнее, чем сейчас, и, возможно, в то время его населяли мельчайшие живые организмы. В стремлении обнаружить какие-либо следы жизни на Марс отправляли роботизированные космические аппараты, но подтверждение так и не было найдено. В будущем возможно более подробное исследование планеты и даже присутствие человека на ней, чтобы раз и навсегда ответить на вопрос, была ли жизнь на Марсе. На этом все. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии.